Вместо клюшек здесь лопаты, а зеленое идеальное поле появится уже через 2 недели. Это первая лунка первого в Казани поля для гольфа. Это огромная территория площадью в 73 гектара. Раньше здесь был пустырь, в будущем зеленая площадка для игры в гольф. You should see already the grass start growing. Все работы на будущем поле ведутся под руководством Арни Ван Амирангена. Швейцарская компания возводила центр гольфа на Свияжских холмах. Обычно я говорю, что мой лучший проект – это тот, над которым я работаю последний раз. На самом деле, сложно сравнить это место с другими. Но игроки будут наслаждаться этим полем. Мы здесь посадим 2500 деревьев и кустарников, облагородим озера. В общем, сделаем все для улучшения условий местной флоры и фауны. Круглогодичные площадки для тренировок дальности удара, отработки точности попаданий в лунки, 2 раздевалки, учебные классы для теорий и тренажерный зал. Здесь будет базироваться центр развития профессионального юношеского и детского гольфа «Басу». Мы здесь создаем академию гольфа. Здесь будет основана, так скажем, академия и школа. У нас где-то 120 детей сейчас занимается на Свияге. Понятно, сложная логистика. Здесь, конечно же, будет намного проще добираться. И тоже думаю, что где-то со 150 мы здесь начнем. Но вот в пике мы видим 500 человек. Центр гольфа может стать и центром притяжения туристов. Завершить строительство планируется уже через год. Салават Нухмадуллин, Айдар Кунафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.